Хей, йо, гайс, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls Remastered. Окей, мы подохли. Мы жопа как подохли. А как мы подохли? А мы быстро подохли. Мы подохли, даже не стараясь. Откуда я мог знать, вот скажите? Откуда я мог знать, что так получится? Я? Не, я не мог знать. Я не мог знать, что так получится. А вот теперь мы будем мучиться. Если что, там, по идее, еще красный фантом где-то должен быть в канализации. Ну, мы его, походу, не нашли. Давай ты, наверное, вниз упадешь. Хорош. Мне меньше мороки. Зверюка, зверюка. Давай, давай, давай. Жопкой, жопкой, вот так, вот так. Бац. 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 Пирог. Зачем ты кричишь? Я вижу, что твои глазки яростны. Они злые и наполнены мощью. Так, кажется, там... А мне эти херовины бегут, да? Вон, я вижу, лезет, лезет. Что орешь? Рыбаться мне. Пирог. Нет. Нет пирога. Сегодня я без пирога. Ну, понятно, что с двойным захватом я их ваншотить буду. Он одноразовый, да? Или нет? Мне главное, что у меня стамины хватает на то, чтобы сотворить вот такую силу, эту мощь. Давай. Давай, давай, давай. Пока тут в бочках. А я не хочу, чтобы он меня захватил. Если смотреть, что здесь все отравлено, скорее всего, он меня тоже ядом может наложить эффект. Там эффектик ядика, немножечко этого, немножечко того. И я отлетаю. Стой, ну я ж правильно прыгал, почему я не допрыгнул? Пиздец. Как говорится, повторение моего течения, да? Изи проебал. Изи на изи, 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 изи. Оранжевые пустовые мелочки. Ай-яй-яй-яй. Как же классно вздыхать. И бегать вот это. Главное, что у меня есть человечность. Если что, я могу тут костер тоже возжечь. Подождите, а максималка это 10, да?
Я помню раньше, типа, что... Подождите, или, типа, костер нужно возжечь только один раз. Типа, я помню, тогда нужно было каждый раз костер возжигать. Ну, именно человечность тратить на один костер, чтобы, типа, получить то количество, которое ты хочешь, чтобы было. Ну, иными словами. А, допустим, ты заюзал... Вот, ты просто юзаешь костер, да? Там, на костре, там... Ну, сколько? 5 хилок. Потом ты тратишь человечность, чтобы стать человеком. После ты тратишь... Этот, как он называется? Скажите, я вам скажу. Блин, я не помню. Человечность для того, чтобы этот получить. Костер возжечь. Ну тогда там только увеличится на единичку. Что вы любите, все, я вижу, летать. Любители, сразу видно. А мне нормально. И главное, я думал, с ним он тоже пирог мне даст. Обидно. Вот, захват. На самом деле, я не хочу знать, что будет, если он меня захватит. Мне кажется, там что-то будет то, что мне лучше не знать. Окей. Сделаю вид, что мне послышалось. Ничего себе, он толкается. Видели? Оно толкается. Я не могу допрыгнуть. Спасибо, что сломал лорны. Спасибо тебе. Неужели? Йото. Катана, ребята, катана. Йото. Или Яйто. Так, катана, выкована на востоке. Вытаскивается из ножен со скоростью света с помощью техники Иайдзюцу, которая позволяет воину устремиться вперед и изрубить врагов смертельным владением. Или стоящим владением. Так, есть. Я хочу проверить. Хвостик. Точно. Короля дракона. Это секира из числа редких драконьего оружия, изготовленный из хвоста развертыванного дракона. Так, дальность в виде изменившего потомка приснущего драконов. А чтобы выпустить мистическую силу секиры, ее нужно держать обеими руками. Я ж не то сделал, кстати. Катана. Характер не позволяет эффективно использовать оружие. Походу надо ловкость, да? Блять. Окей. Стоять. Что для тебя вообще нужно? Ловкость? 20 ловкости. Почему я не могу ее использовать? Я в тот момент сейчас не уловил. Так, а теперь мы прыгаем туда. А теперь... Вашем же, братья.
Так, теперь отдохнем костром. Новый уровень. Уровень не позволяет. Поэтому мы сейчас будем с вами мучиться. И левелапаться. Здесь вот такие собачки есть красивые. Ой, привет. Собачульки есть у нас. Из разряда жопа гори. Надеюсь, теперь понятно, да, почему? Ой, привет. Ты ко мне? Так, сколько там нужно мне? 800 чем-то, да? Ой, не хочу садиться. А то испорчу себе аппетит. Давайте я, в принципе, заюзаю душу, которую мы подобрали. Типа, чё мне? Морочиться. Так, инвентарь, предмет. О, тут мех использовать. Предмет. Долго листать. Использовать одну штуку. Так. Новый уровень. Или выносливость докачать. До 30-ки хотя бы. Ладно, хп. Будем вкачивать хп. Хп, хп. Что это, скажите, вот это вот? Это потому что я смотрю вдаль, где нет текстур. Не шарю, ладно. Одна собака все-таки не выдержала. А, тут есть где подняться. Я думаю, откуда челик этот взялся? Не мог же он упасть. Вот оно что. Да елки-палки. Хорошо, что у меня хоть только отнялось то, что они спустились. А не все, что у меня было. Так. Как мне туда попасть? Да я сейчас где? А это там, где у нас... Почему ты так... Что тут не с этим местом не так? Я понимаю, что это место жесткое. Понимаю. Я этого даже не отрицаю ни капли. Так. Мешочком. О! Привет. Как тебе там в бочке сиделось, приятель? Или ты в бочку спрыгнул? Сверха, а? Мне показалось.
Буду надеяться, что не показалось. Вот эта подстава сейчас была. Из-за этого я мог упасть вниз. А там, оказывается, внизу пропасть. А вот ты скажешь, а что ты вообще туда хотел? Я хотел сюда перепрыгнуть. Но я думал, стоит или нет. Типа, там есть проход куда-то, ну, я не понимаю, куда он поведет. Поэтому я спрыгнул. Я не знаю, куда он поведет, но я спрыгнул. Маска тени, куртка тени, наруч тени. Маска вор. У нас, смотрите, одинаково почти, что капюшон разбойника. А, не, подождите, а нам нужно вот эта маска тени. Самурая? Самурая? Чернос... Так. Суконная маска шпионов с востока. Не помеха для использования уникальных восточных техник и ведения боя. Хотя оборону принесла в жертву под наш... Так. Подвижность защищает от кровотечения и отравления. Возможно, это связано с особенностью деятельности шпиона. Куртка тени. Хотя оборону приносит в жертву, так, ага, квасок не помеха для использования, та-та. Возможно, это связано с самбо, я понял. Так, а теперь давайте на себя. Маска. 5, 6, 6, 6. Ну, здесь, видите, просто легкость идет у одежды всей. Здесь 23. Так. 17, 16, 12, 23. Так. 23. 12. Ну, это от обычных, да, орудий? Ах, ты ж я. Е-мое. А что значит... Защита магии. А, защита от магии. Ну, защита от магии это не такое уж важно на самом деле. Тени. 10, 9, 7. Так, а что у меня сейчас по нагруженности? 24. Ох ты ж ё-моё, я сейчас бы сорваться мог. Почему гейм-дизайнеры не закрыли дырочку? Опа. Так, душа гордого там была, да, написано? Подлого или гордого? Не фрись, пожалуйста. В принципе, я могу отсюда прыгнуть, но я сдохну автоматом. Поэтому, немного подумав, я решил, а нафиг оно мне надо, и пошел я дальше. Вот, видите, и мне в яд приходит. Так, а теперь мы берем другой щит. Вот. И говорим им всем прощай. Так, я вижу, туда можно спрыгнуть. Как он меня бесит. Так, вижу слизни. И как мне тебя грохнуть так? Ну, чтоб ты не обиделся при этом.
Ну все. Так. Ну вы сами, да, понимаете, что я подыхаю. То есть мне нужно срочно трава. У меня кровотечение? Не понял я. Не понял. Уменьшает кровотечение, уменьшает скорость, ослабляет действие яда и токсинов, восстанавливает статус. Я понял. Вот из-за этого я не хочу играть, понимаете? То есть, что это за херня? То есть, меня популяли просто несколько раз рядом, и все, GG. Я отъезжаю. Круто. Так, давайте, короче, здесь вожгу. Да, вожгеление сделаем. Посмотреть. А сколько у меня душ хотя бы? Подождите. Кольцо у меня какое? К атаке стоит, хорошо. Лучше защите поставить. Давайте, наверное, к защите поставлю. Потому что чувствую, я не буду юзать ту. Щит, пускай стоит этот. Дальше. Человечность, сколько у меня там? Двойная человечность, использовать одну штуку. Так. Устошение. Хорошо. Возжечь. Да. Все. Можно еще, по идее, возжечь. Пламя там будет жопа. Может, в то я возжигал главный. В то, где главная локация, все. Этого достаточно было? Ладно, я хотя бы вожок. Может, давайте фастом как-то это место пробежим? И видите, он там стоит и плюется по КД. Он плюется, оно. Мать свою поплюй, животное. Я чисто только из-за этой гниды не хочу играть дальше. Так, кстати, там можно было спрыгнуть, я видел. Уже да, можно спрыгнуть. Но что-то не вижу. Да, хорошо, что идет защита от яда. 100%-овая.
Макафон. Мистер Дудец, я к тебе когда приду, ох, блять, я тебе дам просраться. Поплюешься ты в место потом. Так, здесь у нас уж... Ой, привет. Как делышки? Как делышки? А, там, тут пускай там постоит. Ты там стоишь? Стой, не уходи. У меня стрел много, поэтому... Интересно, есть смысл, с какого я лука стреляю? Короткий, он быстрее натягивается. Я уже... А, пф, можно было не держать было правую кнопку мыши. Сколько у тебя хп? Манать. Я устал. Ох, окей. О, спасибо, ты все-таки подождал. Так, подожди, я мог по сути спрыгнуть. Это чё? Здравствуйте. Могу вам чем-то помочь? Он хочет, чтобы я ему помог? Извините, мы не поддерживаем мух. Вау. А, то есть... Ой! Воу! Откуда? Откуда хотя бы атака? Откуда атака производится? Не ясно. Так, еще можно сюда спуститься. Подлюка. Вон на что. Так. 29 уже. Нормально. Орлиный щит. Так, а ну-ка, чтоб я типа не упал. Предметы. Орлиный щит.
такое нормально. Большой щит с изображением орла. Самый легкий и простой в обращении большой щит. Большие щиты очень прочные и эффективные, отражают атаки. Этими щитами можно бить врага, но нельзя парировать ударом. Тогда он не для меня. Если парировать нельзя, значит это не для меня. Так, хорошо. Мы можем вниз туда еще куда-то пойти. Можно было. Подождите, а тут больше никуда, да? Только сюда. В принципе, только сюда. Ой, тихо. Мужичок, кто опасный и вооружен? Опасный и вооружен. Он секирой. Секирой. Тихо. Давай, ударишь? О, блядь! Хорош! Умничка. Умничка. Так и нужно. Так и нужно было поступать. Так всегда нужно поступать. Так, а там у нас, если не ошибаюсь, была какая-то херня. Да? Пиромант, так, внутренняя сила. Это которая мне мешала, чертила. А, так она просто эту охраняла, да и все. И все. Ладно. Еще что-то. Так, можно, в принципе, спрыгнуть. Давайте рискнем. Оп. Кнут. Предметы, оружие. Кнут. Так, кожаный кнут не предназначен для боя. Абсолютно неэффективно против доспехов и прочных чешуи. Зато беспощадно к врагам с неприкрытым телом. Ух ты ж, блядь, ох, как меня засейвило. Ёбушки, воробушки. Так, а что у нас сверху было? Что у меня было сверху? Ага. Здесь только одна лестница, я понял. Стоп. Что, нету костра нигде? Я тихо. Я не поверю, что здесь нигде нету костра поблизости. Типа, знаете, всю вот эту локацию бежать тоже как-то не очень хочется. Вообще не хочется. Так, два удара, и она труп. Хорошо.
человечность. Это плюс еще и жук огромный, огненный. Это аналог, знаете, того дракона был. Считайте это аналогом дракона. Там главное хорошо спуститься и не сорваться нигде. Буду восстанавливаться. Вот что мне теперь с ним делать? Видите, он как? Что он делает? Он не дает мне подойти. Я сейчас спущусь и пойду до тебя. Тварь. Капюшон странника. Курточка странника. Так, предметы. Предметы. О! Хорошо, что я их услышал вовремя. Так, капюшон странника. Это капюшон праздного. Капюшон праздного странника сшитый из прочной кожи, которая защищает от ветра и дождя. Полезная вещь. Довольно полезна. Хотя, прочность. Двадцать три. Она весит больше. В смысле, я думал, больше он. Больше он. Фальши он. Кажется, у меня был такой. Маленький кривой меч наносит небольшой урон, но смертельно опасен при нанесении серии ударов. Быстрые удары кривой саблей искромсают ткань и плоть, но не причиняют вред металлическим доспехам и крепким пластинам. Ай-яй. Ага. Получил засранец. Вот здесь я, кажется, просрал. Только, блин, я не помню, где-то, я помню, ближе был костер. Чем вот это, куда я сейчас иду. Был где-то поближе костер, но я не помню, где. Мне кажется, я уже не вспомню, где. Ой, тихо. Ай-яй. Хорошо, хилимся. Я помню, с такой небольшой высоты прыгнул и сдох. После чего.
Так, мне сейчас придется бежать, ребята. Поэтому. Ой, тихо. Поэтому. Где оно жужжит? Мне нужно быстро кольцо поменять. Я не знаю, работает ли оно или нет. Неважно. Сейчас проверю. О, костер. Фух. Так, я все еще человек? Я все еще человек, отлично. А это значит, мне нужна всего лишь одна человечность. Человечность. Пользовать одну. Сжечь. Да. Да, походу, я главный костер зажег, и все, этого достаточно. Так, что у нас здесь? Есть смысл сюда идти? Фундучок. А этот сундучок злой. Знаете почему? А потому что у него цепь в другую сторону. Ты что, меня обмануть хотел? Блять. В смысле? Окей. Драконья чешуя. А я что-то думал, что это этот. Плохая. Ладно, гоу, короче, тогда сохраняемся. И заканчиваем. Дальше я пробегусь по левелап мне нужно срочно. Только мне там нужно. Новый уровень. 9К. Ага. Так. Инвентарь. Сейчас мы все сделаем с вами. По-быстренькому. Использовать. 2. Ладно. Используем последнюю. Пользовать, окей. Новый уровень. Так, выносливость, да, будем вкачивать? Мне нужно наоборот, чтобы я еще сильнее туда отпрыгивал. Давайте, короче, до 30-ки дотянем. И дальше я буду в хп уходить. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья, всем пока.